Свое маленькое море появилось у этих малышей. Здесь их учат не бояться воды, плавать и нырять, собирая со дна цветные камушки. Мы плаваем под водой. Нас тут делают всякие трюки. Еще что-нибудь. Там не ловим. Большая радость для почти 300 ребят. Теперь дважды в неделю у них занятия в новом бассейне. А взрослым пришлось приложить для этого немало усилий. Здание второго корпуса детского сада номер 49 возвели в 1986 году. И бассейн проработал недолго, начав разрушаться из-за неправильно устроенной вентиляции. Больше 20 лет о плавании только мечтали. Все мечтали, все говорили, ой, когда отремонтируют бассейн, ой, когда он будет. Потом начала стена падать, ой, тогда вообще не отремонтируем. Но предстояла, конечно, большая-большая работа. И начиная с проектов и заканчивая строительством. Строителям тоже пришлось непросто. Разрушения оказались серьезнее, чем ожидалось. Эту часть здания фактически пришлось перестраивать заново. Восстановили почти с нуля стены. То есть заново произвели кладку, произвели утепление здания со всех сторон. Ну и, само собой, восстановили крышу, новую построили. В Тобольске всего 26 корпусов детских садов. В 14 из них по проекту заложен бассейн. Ведется планомерная работа по их восстановлению. Второй корпус детского сада номер 49 стал 12-м, осталось еще два. То есть в следующем году мы будем восстанавливать, как и этот бассейн, два. И в режим реновации, то есть обновления, пошел третий бассейн. Обновят в следующем году бассейн детского сада номер 40. Вновь после долгого перерыва дадут возможность поплавать воспитанникам третьего корпуса детсада номер 7 и Сумкинского учреждения при школе номер 6. Наталья Жукова, Анастасия Терехова, Рустам Рузиев, Тюменская служба новостей.